lives as Christians. И в нашей христианской жизни. We need the dynamic. Нам необходима эта динамика. Of the evidence. Доказательств. Of who God is. Того, кем является Бог. And look, when God came to that Red Sea. И God. Yeah, when God came. Когда Бог пришел туда, к этому морю, and he looked at those Jewish people, и он посмотрел на этих евреев, he says, right, и он сказал, хорошо, now is the moment. Вот сейчас тот момент, we will show the power. И мы явим силу. He opened the sea. И он разверз это море, the Jews went across. И евреи прошли по суше. And then, when the Egyptian army followed, и когда египетская армия последовала за ними. And remember, the Egyptian army was the most powerful army in the world. И помните, что в те времена египетская армия была самой мощной армией в мире. And they had their tanks, their chariots. И у них там были их танки, их колесницы. And they had their horses. И там были их лошади. And they had all their weapons. И там было все их оружие. And in one moment, и в один момент God destroyed the power of the Egyptian empire. Бог разрушил власть египетской империи. And the second miracle is this. И второе чудо. Because they were Jewish people, так как это были евреи. It wasn't long before they were grumbling. Вскоре после этого они начали роптать. They didn't like the food. Им то еда не нравилась. There wasn't enough water. То воды не хватало. And they began to want to go back to Egypt. И они захотели вернуться в Египет. You read the story of Israel. Почитайте историю Израиля. It wasn't long before they were saying we'd got better food in Egypt. Вскоре после этого они уже твердили, а еда в Египте была получше. We might have been slaves, может, мы и были рабами, but we lived in our houses, но жили в собственных домах. We had enough food to eat. И у нас хватало еды. But they could not go back. Но они не могли вернуться. Они не могли вернуться. Потому что они не могли пересечь это море обратно. И я хочу напомнить вам, что это Черное море или Красное море является символом или прообразом крови Христа. И мы не можем вернуться назад. Мы не можем вернуться назад. Нет пути назад. Нет пути назад. There is a barrier to stop us. Есть барьер, который остановит нас. If you're in the kingdom of God, если ты в Царстве if you're Божьем, born again, если ты рожден свыше, you're a child of God, если ты Божье дитя, you belong to God, если ты принадлежишь you receive Богу, the Holy Spirit, если ты получил Святой Дух, you've got the power of God in your life, если у тебя есть сила There's Божья в твоей no жизни, way back. Нет There's пути no назад. Way back. Нет пути назад. And I want to declare, и я хочу провозгласить, that 76 years ago, что 76 лет тому назад, I accepted Jesus into my life. Я принял Иисуса в мою жизнь. A boy of eight. И будучи мальчиком 8 лет. And there's no way back. И для меня нет пути назад. In 76 years. И спустя 76 лет. There's no way back. Нет пути назад. We can't go back. Нельзя вернуться назад. We can only go forward. Можно двигаться только вперед. Только вперед. И вверх. Into the kingdom of God. В Царство Божье. Christian. Христиане. There's no way back. Нет пути назад. And the next thing I want to say, и следующее, что я хочу сказать. When God destroyed the power of the Egyptian empire, когда Бог разрушил мощь египетской империи, he destroyed the greatest power, the greatest military army in the world. Он разрушил и погубил величайшую, самую мощную армию мира. And today, и сегодня God has destroyed the power of the devil. Бог разрушил власть oh, дьявола. Hallelujah. О, аллилуйя! The devil has no more power. Дьявол больше the не devil имеет has силы. No authority. Дьявол больше не имеет власти. And in Jesus' name, и во имя Иисуса we are claiming victory. Мы провозглашаем победу. And that is why, и вот поэтому in the declaration,
в этой декларации, that I presented to your pastors, которую я представил вашим пасторам, it says we believe, сказано, что мы верим, and we declare, и мы провозглашаем, that when we come together in prayer, что когда мы объединимся для молитвы, and when we call on the name of the Lord, когда мы призовем имя Господне, God, то Бог, God, Бог will heal your land, исцелит вашу землю. And we believe, и мы верим, that God has power, что Бог обладает силой, to drive the enemy out of your nation, чтобы изгнать врага из вашей страны. And as I listened to the praying yesterday, и когда я слушал, как молились служители вчера, your pastors, ваши пасторы, you're praying against every demonic spirit, молились против всех демонических духов, whether it affects your children, все то, что влияет на детей, your politicians, на политиков, your nation, на всю страну, in every area they prayed. За все аспекты они молились. It was putting up the power of God. И это было провозглашение силы Божьей. Claiming the power of God. Провозглашение силы Божьей. Чтобы избавить вас как страну. And I believe. И я верю. That peace will come in Donetsk. Что мир придет в Донецк. I believe your borders will be restored. Я верю, что ваши границы будут восстановлены. And I put my whole life. И я ставлю всю свою жизнь на это. Все, весь мой духовный опыт я ставлю на это. Бог не может подвести. The guns will be silenced. И оружие смолкнет. The evil men will no longer fight. И нечестивые люди больше не будут сражаться. There will be peace in your nation. И будет мир в вашей стране. And God will use this. И Бог будет использовать это. As he did with Israel in Egypt. Как он сделал с выходом Израиля из Египта. As a testimony to the whole world. В качестве свидетельства для всего мира. And I challenge you today. И я бросаю вызов вам сегодня. I was reading what would happen on the day of Pentecost. Я читал вам о том, что должно произойти было в день Пятидесятницы. Jesus said, Иисус сказал, you will not only receive power, что вы не просто получите силу, after the Holy Spirit has come, после того, как сойдет на вас Дух Святой, вы не просто получите силу, но вы станете свидетелями. И я бросаю вам вызов Украине. Я бросаю вам вызов как стране. Я бросаю вам вызов как церкви. Вы будете нести свидетельство всей Европе о том, как Бог избавил вашу страну. Аминь. I know what Pentecost means to me. Я знаю, что день Пятидесятницы означает для меня. I found Christ when I was 8. Я покаялся, когда мне было 8. I was baptized in water when I was 12. В 12 лет я получил водное крещение. And under Jewish law, when I was 13, I became a man. И по еврейским законам в 13 лет мальчик становится мужчиной. And I was preaching the gospel. И я проповедовал Евангелие. Я проповедовал Евангелие на улицах. В моей школе. Я приводил моих друзей из школы к Иисусу. Но я помню, к возрасту 13 лет я почувствовал, что я уже достаточно взрослый, чтобы проповедовать в церкви. I don't want to cause you trouble, pastor. Я знаю, что это может вызвать у вас некоторые проблемы, пастор. I'm not expecting every 13-year-old to demand to preach. Я не ожидаю, что все 13-летние парни у вас здесь потребуют возможности проповедовать. But I demanded to preach. Но я потребовал возможности проповедовать. And of course, the pastor said, you're too young. И, конечно, пастор сказал, ты слишком молод. You know, this is the trouble in my life. И вы знаете, это всегда была такая проблема в моей жизни. When I was 13, когда мне было 13, I was too young to preach. Я был слишком молод для проповеди. And when I'm 84, и когда мне 84 сейчас, I'm too old. То я слишком стар. No, no, I'm not. Нет, нет, я не стар. I wasn't too young. И не был слишком молод тогда. And I'm not too old. И я не слишком стар сейчас. But anyway, I demanded that I had the church. Но я потребовал, чтобы мне позволили проповедовать в помещении церкви. And I did what everybody did. И я сделал то, что делают все. You published some flyers and give them out to bring people in. Мы напечатали брошюры для того, чтобы пригласить людей. You get a music group. Собрал музыкальную группу. You take your Bible. Взял Библию. And you preach the word. И проповедовал слово.
And I remember this was the first time I'd ever preached in the church. Я помню, это был первый мой опыт проповеди в церкви. And I was absolutely shocked. И я был в абсолютном шоке. Because nobody repented. Потому что никто не покаялся. I was heartbroken. У меня сердце было разбито. What was the purpose in preaching if people didn't repent? А в чем тогда цель проповеди, если люди не каются? And I went home that night. И я вернулся домой в тот вечер. And I spoke to my father. И я поговорил со своим отцом. My father was a great man of God. И мой отец был великим мужем Божьим. But he was not the pastor of the church. Но он не был пастором той церкви, где я проповедовал. My father was the president. Мой отец был президентом. Or the bishop. Или епископом. And I was in a little church. Начальствующим епископом союза, а я был в одной из небольших церквей. Well away from my father. Достаточно далеко от отца. And so I said to my father, what went wrong? Я спросил у папы, что пошло не так? I preached the Bible like you. Я же проповедовал из Библии как ты. I brought the people in. Я людей собрал. Why didn't they repent? Почему же они не покаялись? And my father taught me the greatest lesson of my life. И мой папа преподал мне величайший урок моей жизни. He said, "You haven't received the Holy Spirit." Он сказал, ты еще не получил Святой Дух. And he reminded me of the words of Jesus. И он напомнил мне о словах Иисуса. Jesus said, Иисус сказал, "When the Holy Spirit is come, когда придет Он, Дух Святой, He, то Он, the Holy Spirit, Дух Святой, will convict the world of sin." Of righteousness and of judgment. Обличит мир о грехе, о правде и о грядущем суде. He said those are the words of Jesus. Он сказал, это слова самого Иисуса. He said you need the Holy Spirit. Он сказал, тебе нужен Дух Святой. Because only when the Holy Spirit is coming to your life. Потому что только когда Дух Святой войдет в твою жизнь. Will you receive the power to become a witness? Ты обретешь эту силу, чтобы быть свидетелем. And will the people repent? И только тогда люди будут каяться. Because he said it's not your preaching. Он сказал, дело не в твоей проповеди. It's only the Holy Spirit. Это только Дух Святой. He said, "You need the Holy Spirit." Он сказал, тебе нужен Дух Святой. And there, in my bedroom, и вот там в моей спальне, he laid his hands on me. Он возложил на меня руки. And he prayed over me. И он помолился за меня. And I didn't receive the Holy Spirit. И я не получил крещение Святым Духом. So I went back to my church. И я вернулся в свою церковь. And I asked them to pray. И я попросил там молиться за меня. And they used to pray with me. И за меня там молились. And there was one man praying. И там был один из тех, кто молился. He said, "Don't worry." Мужчина сказал, не переживай. He said, "You're only 13." Тебе всего 13 лет. He said, "I've waited 20 years." Я уже 20 лет ожидаю крещения Святым Духом. And I haven't received the Holy Spirit. И так и не получил пока. There's hope for you. Для тебя есть надежда. But I became very impatient. Но я стал очень нетерпеливым. I began to fast and pray. Я начал поститься и молиться. And then I learned one of the biggest lessons from the Holy Spirit. И потом Дух Святой научил меня одному из самых больших уроков. Now, let me ask you, позвольте спросить вас. Do you remember the old days under communism? Вы помните это старое время коммунизма? No, you weren't born then. Ну, вы тогда еще не родились, конечно. But I can remember the days in Russia. Но я помню те дни в России. Not the Ukraine. Не в Украине. In Russia. А в России. When I would be staying in somebody's apartment. Когда я ночевал у кого-то в квартире. Remember, I've been here for 50 years. И помните, я сюда приезжаю уже 50 лет. And I can remember when the housewife wanted the milk. И я помню, как если хозяйка дома хотела взять молоко. A horse-drawn cart would come down the street. То повозка, которую тащила лошадь, появлялась на улице. And my hostess would take any dirty old jug off the shelf. И хозяйка снимала любую грязную банку откуда-то с полки, half full of dirty water. Которая наполовину полна грязной воды. And she would go down all 9 flights of steps. И спускалась аж пешком с 9-го этажа. And she would get the milk. И брала молоко. And she would bring it back. И приносила домой. Oh, come on, David, you're wrong. You don't understand. Нет, Дэвид, ты не прав, ты же не понимаешь. She didn't take a dirty jug. Она не брала грязную банку. She wanted milk. Если нужно было молоко. She would clean the jug. She would empty the jug. То она брала бидон и как следует его вымывала. So the what she got was clean milk. Так, чтобы она смогла принести чистое молоко. Yes, and that's what God said to me.
Да, и именно это сказал Бог мне. Слишком многие люди, ища исполнение Святым Духом, они настолько преисполнены всем другим, своими собственными амбициями, своими собственными желаниями. Они настолько полны самими собой. И там есть так мало места. И когда они получают Дух Святой, они получают лишь небольшую порцию. И что Бог сказал мне, когда я был 13-летним мальчиком, если ты хочешь быть наполнен Духом Святым, то опустоши себя. Опустоши себя. Избавься от всего. И тогда, когда я наполню тебя, 100% Holy Spirit. Ты будешь на 100% наполнен Святым Духом. Not 50%. Не на 50%. Not 60%. Не на 60%. Not 90%. Не даже на 90%. He said, "Oh, God said." Бог сказал. What do you want? Что ты хочешь? I said 100% Holy Spirit. Я сказал на 100% Святого Духа. And I had to empty my life. И мне пришлось опустошить мою жизнь. After 3 months. Через 3 месяца я пришел в такое отчаяние. Я поехал в Лондон и с намерением, чтобы посетить 3 проводившиеся тогда там конференции. И я сказал, что я не уеду домой. Мне было всего 13. И я был там без родителей, один. Я сказал, что я не уеду домой. И я сказал, что я не вернусь домой, пока не получу крещение Святым Духом. И я никогда не забуду тот момент, когда за меня начали молиться. И все то помещение наполнилось славой Божьей. Я мог слышать ангелов. I felt the power. И я ощутил силу. Это было крещением огнем и силой. И я хочу бросить вам вызов. You need that same baptism of fire and вам необходимо то же самое крещение огня и силы. And I'll tell you something else. И я скажу вам что-то еще. If the fire is from God, если этот огонь от Бога, that fire will never, ever, ever go out. Этот огонь никогда, никогда, никогда не погаснет. And what I found in my life, и то, что я обнаружил в моей жизни, if you knew me 50 years ago, если вы знали меня 50 лет назад, 30 years ago, 30 лет назад, 23 years ago, 23 года назад, I'll tell you something. Я скажу вам нечто. The power of God, сила the Божья, fire of God, огонь Божий, is stronger in me now. Во мне сильнее. The fire gets hotter. Этот огонь становится жарче. Oh, hallelujah. О, аллилуйя! The power becomes stronger. И сила становится мощнее. The fire becomes hotter. И огонь становится жарче. Every day that I live. Каждый день моей жизни. And if you invite me back next year, если вы пригласите меня в следующем году, сила Божья будет сильнее. And in 10 years, и через 10 the fire лет of God will consume me. Этот огонь Божий поглотит меня. И через 23 года этот огонь Божий он полностью поглотит меня. И вы никогда не увидите меня опять. Будете видеть только Дух Святой. In 23 years, when I come back, через 23 года, когда я вернусь, I shall just be on fire. Я буду таким пламенем. Amen. Аминь. Но, видите, здесь есть еще одна часть в этом вызове. Люди часто задают мне вопрос. Как сделать так, чтобы этот огонь продолжал гореть? You know, in England, where I come from, вы знаете, в Англии, откуда я, pastors retire. Пасторы уходят на пенсию. They stop preaching. Перестают проповедовать. They say, I'm old. Они говорят, я старый I can't do it anymore. Больше не могу. I'm too old. Я слишком старый. I'm too young. Я слишком молод. I'm just too young. That's my trouble. Я просто слишком молод. В этом моя проблема. And so people ask me, how do you keep the fire burning? И люди спрашивают, ну как ты поддерживаешь огонь? Come on, do you want to know how to keep the fire burning? Вы хотите знать, как поддержать этот огонь? I'll tell you. Я скажу вам. The Bible says. Библия говорит. It's in Leviticus, I think Leviticus 6. Это, по-моему, в Левитам 6 главе.
God gave a command to the priests. Бог дал повеление священникам. He said, when you're going to light the fire on the altar of sacrifice. Он сказал, зажигая огонь на жертвеннике. He said, that fire. Он сказал, этот огонь must never ever go out. Никогда, никогда не должен гаснуть. What a challenge. Какой вызов. If you've received the fire of God. Если ты получил огонь Божий. And I've received the fire of God. Я получил Божий огонь. And God is saying to me. И Бог говорит мне. David. David, you must never ever let that fire go out. Ты не должен этому огню погаснуть, дать никогда, никогда. Do you understand? Понимаете? But how do you keep the fire alight? Но как поддержать этот огонь? Come on, you know in the Ukraine. Вы же знаете в Украине. How do you keep the fire? Как поддержать огонь? You have to put more fuel on the fire. Больше топлива надо добавлять. If you don't put the fuel on, если не добавлять топлива, the fire goes out. То огонь погаснет. You've got to put more fuel and more fuel and больше, more fuel. Больше топлива добавлять. And not let the fire go out. Чтобы не погас but огонь. What fuel? Но что это за топливо? I'll tell you what the fuel is. Я скажу вам, что это за топливо. You go back to Leviticus. Если посмотреть книгу Левитам, the fuel that keeps the fire alight is sacrifice. То топливо, которое поддерживает огонь, это жертва. Sacrifice. Жертва. You see, that's the only thing. Это единственное, что может позволить огню непрерывно гореть на жертвеннике. И если тебе нужна сила Божья, если ты хочешь пережить огонь Божий, ты должен возложить свою жизнь на этот жертвенник в качестве жертвы. И если есть опасность, что огонь выходит, и если есть опасность того, что огонь гаснет, еще больше жертв. Еще жертвы. You know, people don't understand. Вы знаете, люди не понимают. People think because I come from Britain, I come from the West. Люди думают, что раз я с Британии, раз я с Запада, that we live in luxury. Что мы живем там в роскоши. We don't. Нет. You will not know what it cost us to pay for yesterday. Вы не знаете, чего нам стоило оплатить расходы по вчерашнему служению. We didn't have the money. У нас не было этих денег. We didn't have the money. У нас не было денег. And we had to spend so many days. И нам пришлось провести столько дней. So many hours. Столько часов. In prayer. В молитве. And then we had to call upon people all over Britain. И потом мы обращались к людям по всей Британии. To make the sacrifice. Для того, чтобы они жертвовали. And the money came in. И деньги пришли. Yes. Да. But some people said. Но некоторые люди говорили. When I saw the need of the Ukraine. Когда я увидел нужду в Украине. I gave up my holiday. Я отказался от отпуска. And I gave you the money и пожертвовал эти деньги for Ukraine. Для Украины. Another pensioner said, I needed new windows in my house. И один пенсионер сказал, мне нужны были новые окна в доме. I've got no windows. I gave the money for Ukraine. У меня нет новых окон, я отдал эти деньги для Украины. Poor people бедные люди would give so often little. Так часто они жертвуют так мало. But it was a sacrifice. Но для них это жертва. And it was their sacrifice. И это благодаря их жертвам that made yesterday possible. То, что произошло вчера, стало возможным. No rich man came to me. Ко мне не подходили богатые люди, and said, David, let me help you. Чтобы сказать, Дэвид, позволь помочь. But tens of thousands. Но десятки тысяч of little people обычных людей made the sacrifice жертвовали to keep the fire burning. Для того, чтобы этот огонь мог продолжить гореть. You see, I have to make a sacrifice. И мне пришлось жертвовать многим. And I'll tell you, I've sometimes prayed an unusual prayer.
И вы знаете, я скажу вам, иногда я молился необычной молитвой. Just recently, because of my age, недавно достаточно из-за моего возраста. I've been saying, "Oh God, why don't you make my life a little bit easier?" Я говорил, Господи, ну почему бы тебе не сделать мою жизнь чуть-чуть полегче? It's so hard. Так сложно все. There are many times when I don't have enough money. Часто бывает, что у меня не хватает денег. I sometimes think I have to spend more time praying for money. И иногда я думаю, что мне приходится проводить больше времени, молясь о деньгах, than praying for people to get saved. Чем за спасение людей. And I know what suffering is like. Я знаю, что такое страдание. You're the first people I've told this to here. И вы первые люди, которым я рассказал это здесь. Thank you for watching this program. And I want to be able to show you how you can experience something of what you've seen in these programs. And really what it means, it's to be and have a new life, your new self. And in fact, I've got a booklet specially for you, which is entitled Your New Self. And it shows you how through Jesus Christ, through the Bible, you can come out of the old life and begin a completely new life. These are simple things, and I want to send this to you completely free to help you. I want to have this communication. Please contact me. Just write to me, let me have your address, and I'll send you this booklet, and it's called Your New Self. And you can have this right now, and then I've got a lot more exciting things to share with you. Thank you for watching. God bless you. This is Prophetic Vision. It's the most powerful prophetic magazine in Europe today. It's read by almost 500,000 people in 132 countries around the world. Send for it free and let God show you the path to revival in your life, in your nation. The important thing is this, that we're able to bring you news of revival and of the power of God from right around the world in so many different countries. And also, while on the television broadcast, you only see just a short edited program of my message. On this program, you're able to see and hear the whole of the message. So I want to encourage you to watch this program.